16 ноября в узбекском сегменте соцсетей распространилась аудиозапись, на которой мужской голос, похожий на голос главы Ташкента Джахангира Артыкходжаева, высказывает угрозы и оскорбления в адрес журналистов интернет-издания «Кун Уз» Зафарбека Солижонова и Баходира Ахмедова. Монополь, артист дабдалаги. Бархатдалаги, $10,000 берсе, уже махсулатты махтан чыкады, реклама асосада дейді. Они кто вообще? Они твары последние. Он аны боласы ма, бля, итті боласы ма. Принцип йог и филос медалага. Петуклы кеу аптуратта, камеонан кеу узжали. Говорит голос на аудиозаписи. Я могу так сделать, что вас махаля не принимают. Это я смогу. Как могу сделать? Ваши родители издевались. Я так могу сделать. Ваши соседи курочками на курочку. Я могу это сделать. Что, мне трудно, что ли, вас объявить геем? Это легко. Легко. Свобода слова. Я за 6 секунд вас посажу на одну такси с геем. И все. Фотографируют. И вас объявляют геем. Лёгкадым рахмарымыз ге. Лёгкадым маны узнят. Хартымом. Я могу это делать. 6 секунд могу сделать. Организовать могу. Или... Говорит на аудиозаписи глава Ташкента. Учку битте, мейсала, уйдан чекетлари. Йохар коллари. Учку. Мейсала, битте, уйдан чекетлари. Вы хотите этого? Учку, ну, сам, мачин, чин. О, сам, тримеса. Ич, ким, хавар, он, это хуй, сам. Ич, он, пит, йос, шады, бахатра, не умчали. Бон, а когда чугол, я, да, чугол, вот, кану, кусу, дичали, вот, и все. А я чего? Почему что? Лучше с нами работайте, если у вас какая-то проблема будет. Угрожать журналистам на аудиозаписи Хаким. Между тем, два журналиста ушли с Кун Уз, а в постах в соцсетях журналисты написали: «Я не сукин сын и не последняя тварь». Отметим, что это далеко не первый случай, когда чиновник оскорбил, унизил или угрожал жителям страны и остался не только безнаказанным, но даже продолжает занимать высокопоставленную должность. Так, например, в октябре 2018 года произошел инцидент с фермерами, наказанными за невыполнение плана. Главным фигурантом в этой истории был заместитель премьер-министра Зуир Мирзаев. Фотографии фермеров, стоявших в качестве наказания в Арыке, облетели весь интернет. В настоящее время Заир Мирзаев занимает пост главы Кашкадаринской области. Узбекистандагы үчүнчү адам дейиш мүмкүн, Жахангир Артыкхожаев айтыпты. Истесем депти, сени гей кылып коямын. Истесем 6 секундда жоготамын. Наблюдатель отмечает, что как бы власть Узбекистана не старалась бросать пыль в глаза международного сообщества и своего народа, заявляя о так называемых реформах, на практике мы видим, что кроме сближения с соседними странами, никаких существенных изменений не произошло.